Игра «Говорящий Хуан» стала настолько популярной, что у нее появились фейки в плеймаркете. И эти фейки... полный кринж. Всем привет, дорогие друзья, я Китики, и это мое новое видео по игрушке «Говорящий Хуан». Сегодня мы с вами поговорим о фейках нашего любимого Хуана. И еще у меня есть для вас кое-какой сюрприз. Поэтому прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, а мы начинаем. Давайте я начну наш разговор с того, что разберу для вас, для чего вообще люди создают фейки «Говорящего Хуана» и почему так происходит. Единственная причина, из-за чего создаются вот эти фейки, это деньги. Все хотят заработать денег, и поэтому делают кучу игр про Хуана. При этом эти игры могут быть просто рекламой или совсем другими играми, не связанными с этим котом, и они просто зарабатывают на этом имени деньги. Сейчас я вам это продемонстрирую. Посмотрите, я нахожусь в своем телефоне, сверху у нас Peo RTX и Talking Хуан, и это настоящие игры от разработчика Louis Dev. А снизу у нас находятся просто фейки, которые создали какие-то злоумышленники. Давайте в них зайдем, и я покажу вам, что это полная фигня. Это даже никак с Хуаном не связано. Игра просто вылетает с первого раза. Я захожу второй раз, посмотрите. У нас идет какая-то загрузка. И сейчас у нас будет просто реклама или еще какая-нибудь фигня. В принципе, это так и было. Я просто прошел рекламный опрос. Вторая игра. Я в нее захожу. Как вы видите, это вообще какая-то фигня. Это не настоящий Talking Джон, это... просто какая-то жесть, какой-то мультик идет. У нас здесь какая-то корявая пародия, вообще не пойми на кого, на бабку Грэнни, какого черта? Да, от Хуана там была только одна картинка. Время 13:29, я не спал всю ночь, сейчас пойду спать после того, как запишу этот ролик. Я для вас готовил кое-какой сюрприз, о нем я расскажу чуть позже в этом видео. И, ребят, я уверен, что вам это все понравится. Надеюсь, по крайней мере, что вам понравится, потому что я старался. Сейчас Хуана нельзя скачать в России, его просто там нет, и поэтому там куча разных фейков. Но если вам очень хочется скачать «Говорящего Хуана», переходите по ссылке в описании в мой телеграм, и там можете найти пост со ссылкой на скачивание. А теперь насчет сюрприза. Я сделал песню про кота Хуана, и она совсем скоро выйдет на моем канале. Вот, можешь послушать. Хуан, кот, его зови, он домой к себе спешит. Пока что это только тест, но в скором времени ты услышишь полную песню. Поэтому смотри ролик, который вылез у тебя на экране, он тебе 100% понравится. Я Китик, рад был для тебя стараться сегодня. До скорых встреч.